важно прям сделать, ну, как бы грамотно. Мы чуть попозже, я расскажу вообще, как происходит восстановление отношений. Вот. И четвертый вот этот миф, я вижу, время так летит, вот. А четвертый миф, ну, то есть это мысль или вообще откуда-то там прочитали, вот, что, ну, вот я ничего не буду делать, чтобы ничего не испортить. Напишите, пожалуйста, четверочка, у кого тоже так. То есть это такое, как ощущение внутри или мысль, может быть. Вот, мы об этом тоже, Лариса, ну, как бы мы по ходу, видите, с одной и с другой стороны мы озвучиваем, вот. И об этом тоже, что, ну, шаги нужно знать, понимать, какие шаги делать, да, вот, ну, сейчас чуточку попозже это будет. Вот, так, четверочки есть. Вот смотрите, это, ну, с одной стороны, это лучше, чем бомбить, писать смс, это лучше, вот, но с другой стороны, чем больше времени проходит, тем вот эта связь, которая была между вами, она ослабевает, ослабевает, и мужчина отвыкает. Поэтому в идеале это месяц-два, ну, не знаю, максимум три, это максимум, лучше вот идеальное время, это где-то до месяца, ну, до двух еще окей, когда вот после расставания. Чем больше проходит, тем вот эта связь ослабевает, вот. И я вам здесь привела пример, о, кстати, истории Нины, это я коротко своими словами писала, у меня обычно вот эта история, у меня на сайте, я не помню, сколько страниц, а 4, где-то 5 или 6 страничек. Я сейчас, ну, поместила в 2 слайда, чтобы вам просто суть рассказать. Вот. Нина с молодым человеком расстались 2 месяца назад. Трудно переживала расставание. Ей казалось, что земля ушла с-под ног, что ее раздробили на множество маленьких частиц. Ну, то есть, когда мужчина ей, я помню историю, вот, что мужчина сказал, что я там ухожу, вот, и у нее такое ощущение, да, что, не знаю, как будто бы прям вот я цитировала, да, прям вот это цитирую, что ее раздробили на множество маленьких частиц. После расставания Нина боялась что-то написать или позвонить, боялась, что мужчина не ответит, и от этого ей будет еще больнее. Кстати, кто тоже так боится проявить инициативу, напишите, давайте, 1, вот. И так, ну, то есть, ну, понимаете, да, вот, что такая ситуация, что вроде как бы хотелось бы, но ты боишься лишнее слово вообще что-то там написать, потому что это может быть, что или он не ответит и будет вообще чувствовать вы себя плохо, или наоборот ответит что-то грубо, да, и вот это такое прям, что же, как бы лучше вообще ничего не делать, вот такая позиция, вот. Затем Нина встретила наш проект в интернете где-то, прошла бесплатный курс и бесплатную онлайн-встречу. На встрече поняла, что не представляет другого человека рядом. Кстати, тоже кто не представляет другого, вот когда вы там задумываетесь, или вам подруги говорят, или кто там, или вы просто там, ну, не можете представить другого мужчину рядом, тоже напишите в чат. Вот, так, и что она его любит, да, вот, то есть, что она любит и готова побороться за отношения, вот, то есть, она прям, ну, как бы прочувствовала, вот, и это не все так просто, да, вот, если бы там все, там, я не знаю, решила, но одолевает постоянно вот эти сомнения, а вдруг я там, вдруг у меня не получится, а вдруг я там запишусь, допустим, она мне прямо говорила: Виктория, а вдруг я куплю ваш тренинг, а мне он не поможет, или а вдруг вообще ничего не получится. Кстати, кто тоже так думает, напишите, у кого тоже вот эти такие сомнения прям терзают, вот. Но несмотря вообще на вот эти сомнения, то, что сомнения, они будут всегда, они, ну, скажем так, когда мы куда-то что-то новое для себя пробуем, сомнения есть всегда. Они, ну, просто не бывает такого, что сомнений прям вообще совсем нет. Почему? Потому что это новое что-то, чего бы раньше не было, допустим, даже тот же наш тренинг. То, что, допустим, вот когда вы даже хотите на новую работу, вы тоже сомневаетесь, а стоит, не стоит, надо, не надо, а как будет. Это сомнения у нас, они, ну, как бы постоянно, просто получается, и вообще успешнее по жизни люди те, которые не поддаются вот этим сомнениям, что несмотря на какие-то сомнения, что несмотря на то, что
вот эти мысли, они постоянно как бы роятся, что а вдруг не получится, а вдруг это не смогу, а вдруг запишусь, там что-то делаю и провалюсь. Вот. И вот эти сомнения некоторых останавливают, что они просто замирают, а некоторые, наоборот, в страхе я иду, несмотря на то, что, потому что я, ну, как бы чувствую, что я хочу побороться за свои отношения. Вот. А сомнения, страха уйма, да, про меня. Другого не мож, не так, и другого не могу представить, только он. Вот вы видите, да, вот что насколько истории вот очень-очень похожие. Вот. И Нина вообще решила, да, вот она там прослушала, видит, что, ну, как бы методика откликается, и она, ну, записалась дальше, пошла в тренинг. И после вот этого первого блока у нас есть такой первый блок, это где мы работаем с тем, чтобы ушла тревога, страх, чтобы вы расслабились, почувствовали себя счастливо и наполнено, да, вот есть такие специальные техники, методики, то есть это, ну, как еще можно представить, знаете, это такое состояние, да, вот это, где тревога, прям все там внутри варится, ментальная жвачка, это просто такое состояние, как физически, допустим, у нас болит горло, мы же все знаем, что делать, когда болит горло, ну, все знают, то есть или спрей, или там мед, или там малина, или, ну, у кого какие, леденцы. Мы там принимаем, и дальше уже, ну, как бы, проходит боль, уходит боль спустя там пару дней, неделя. А если этого всего не делать, вот, допустим, то дальше это все проходит в что? В то, что какая-то форма ангина, дальше воспаление. Вот то же самое и с этим состоянием. Многие на это рукой там махают, говорят, да нет, ладно, зачем мне что это как-нибудь это пройдет. Вот, и после, и то же самое в тренинге, вот этого такого состояния у нас есть целых 9 первых уроков практик, техник, после которых вот как раз у Нины и вообще у всех девушек, женщин уходит страх, тревога, переживание, вот это, которое там звонка ждете, не ждете, да, вот это состояние, то есть вы успокаиваетесь, приводите себя, возвращаете себя, это такое расслабленное, хорошее состояние, вот. И ее молодой человек написал смс и что-то спросил. Помните, я вам говорила еще в начале, как это работает? То есть как только девушка, женщина, ну, как бы успокаивается, именно успокаивается так, что, ну, реально, что ее расслаблено, что она не ждет, она, мысли вот эти постоянно в нее не роятся, как, а вдруг не помиримся, а вдруг он не вернется, а вдруг еще что-то, то есть это состояние тревоги. А именно спокойствие такое, что, ну, ладно, ну, мне хорошо, я спокойна, я счастлива. Вот она как раз поработана своим состоянием. И вот у мужчины, то, что я вам еще говорила, что у него такой эффект, что ну, хочется что-то прям подтянуло написать. Да? Вот такой его эффект, очень, ну, как бы, ну, во многих случаях вот такой эффект, что и как раз у Нины тоже это произошло, что ее молодой человек написал смс, и вообще что-то, обычно они что-то, между прочим, они не мужствуют, да, вот они там, как дела, или смайлик, или какую-то картинку отправят, или какое-то видео, ну, чтобы как бы начать разговор, вот, и Нина грамотно, легко, интересно пообщалась, потому что у нас тоже на тренинге есть целый такой блок, 9 уроков тоже, 10 уроков, о том, как легко, вкусно общаться таким образом, чтобы мужчина прям, ну, как бы цеплялся. Он вам написал, а вы ему уже так классно, легко, интересно ответили, что он такой, оба, я такого не ожидал, что-то здесь такого прям манкого, легкого есть. Вот. И как раз Нина в этом стиле пообщалась с мужчиной, то есть важно понимать, как отвечать, как заканчивать, как выходить с общения, как его, ну, как бы продолжать. Вот. И на следующий день он еще написал, и потом еще, ну, как бы я здесь не указывала, это Нина рассказывала, что она говорит, я не знаю, что-то мне так тебе подтянуло, прям я захотела тебя еще увидеть. Прям, ну, захотелось. Вот. Потому что мужчина, понимаете, мужчины, они очень простые. Они вообще такие простые, как двери. Знаете почему? Потому что у них нет вот этого такого миллион мыслей, вот это, а если вот так, вот эти на все случаи. То есть мужчина есть 3 состояния, я об этом, кстати, не хотела рассказывать, но так как идет мне информация, что вам надо знать, то расскажу. У мужчины есть 3 состояния.
Первое – это когда его не тянет. То есть, когда его не тянет, он, соответственно, ничего не делает по отношению к вам. То есть, он и не пишет, не звонит, там, наоборот, там, крестится, уже не пиши мне, да, вот. И второе состояние промежуточное, то, когда он не понимает, надо, не надо. И третье состояние – это когда его тянет, он хочет находиться к вам, с вами в вашем поле, вот, он хочет помириться, хочет все с вами. Вот, и вот это промежуточное состояние, еще вот девушки, кто мне отписывал, я не знаю, кто-то есть здесь или нет, вот, о том, что спрашивали, что мужчина не может никак определиться. Вот, знаете, как это, как в анекдоте. Собрал, знаете, царь зверей, ну, собрал всех животных, да, вот там построил и говорит, так, кто себя считает красивыми, шаг вперед, кто считает себя умными, шаг назад. Вот. И там все там, кто вперед, кто назад, кто вперед, и такая мартышка стоит, и он говорит, ты что стоишь вообще? Все уже заняли свое место, ты что стоишь? Она такая говорит, а что мне разорваться? Да? И вот и мужчина, вот на этот период, что когда его не тянет, он может, вот, кто мне писал сегодня, говорит, что он вроде не берет и не кладет, и не знает, и не да, и не нет. Вот такое есть еще состояние, когда мужчина ну, реально не знает. И я это состояние еще это описываю, как будто бы он стоит в тамбуре, и он не понимает, ему выходить на ближайшие остановки, или наоборот, ему возвращаться вот в этот вагон. Вот. И именно важно понимать, вот как раз Нина, ну, потому что вся механика – это реально объемный материал, это реально, ну, как бы нужно слушать, смотреть для того, чтобы разобраться в механизмах и в кухне отношений. Когда вы один раз разбираетесь, вы последующее вообще время, вы уже понимаете, грубо говоря, научились водить машины, вы уже сели и едете, и даже не думаете, куда что нажимать, как это поворачивать, то есть это все происходит на автомате. А когда не знаете, можете сидеть и, не знаю, плакать, потому что они заводятся, ножками топать, как так, вот, или не знать, как припарковать. Вот. И как раз Нина, ну, вот создала такой эффект через общение. Вот, у нас еще в тренинге есть, ну, как бы есть урок про то, как активировать свой женский магнетизм для того, чтобы вообще мужчину тянуло. Вот, и она как раз воспользовалась этими советами. Потому что у меня кто пользуется советами, возвращают все. Вот меняется ситуация кардинально и налаживается личная жизнь у всех. Кто не применяет, или не все применяют, но там уже вопросики, ну, как бы ответственность не на мне. Вот. И получается, вот мужчина Нина на следующий день написал, вот, что соскучился и что хочет встретиться. И на встрече, то есть они провели там время, походили куда-то, я уже точно, дословно сейчас не буду как бы рассказывать, суть как бы пересказала вам, что и на встрече он настолько так расположился, видя, что Нина изменилась, что прям ему комфортно, ему в ее поле хочется находиться. Вот, и они помирились. Так. Я вижу вопросики ваши, да? Угу. Сейчас на какой-то выборочный буду отвечать, а потом в конце на все отвечу. Если, потому что я вижу, что на некоторые вопросы я буду отвечать чуточку, ну, как бы по программе. Так, вопрос глупый. Можно ли тренироваться на других, чтобы верно пользоваться техникой? Конечно, это, ну, скажем так, вы технику опробуете вообще на всех знакомых, незнакомых людях. Конечно, и оно получается, но так как, помните, я вам говорила, что когда вы привыкли определенным образом общаться или себя вести, то ну, как бы новые модели и новые там, техники, которые вы получаете, то ну, как бы нужно какой-то процесс, там, пару неделек так потренироваться, чтобы они встроились, как вы же тоже не сразу там, учились ездить на велосипеде, согласитесь. Я помню, у меня все локти, сейчас у меня шрамы все на ногах, на коленях, вот, от того, как училась. Вот. Потом ну, как бы садишься, можешь и без руль пускаешь, можешь себе ехать, вообще такая блатная деловая колбаса. Вот. А когда учишься, падаешь, ну, в плане том, что ну, не так легко с первого раза садишься. Ну, у меня тренинг таким, у меня подача такая, что все
все понятно. Вот понятно, применили несколько раз, там, потренировались, и все отлично получается. Вот. Важность перемен базируется на ментальной связи между мужчиной и женщиной. Но как бы не совсем. Вот, допустим, у меня методика, ну, чтобы просто к примеру привести. Вот есть у кого-то там тренера, да, коллеги обучают, допустим, через логику просто, да, вот есть обучают через там визуализации и так далее. Есть, кто обучает чисто психологию, да, вот. Вот. И у меня это микс. Да, вот, ну, как бы моя методика – это прям выжимка из самых-самых работающих техник, которые на свое обучение я потратила, наверное, уже больше, чем 3 миллиона рублей, да, вот это приблизительно где-то 1040 долларов, вот, я потратила, это уже далеко цифра перешла, потому что я самые классные тренинги там от хороших таких мастеров, вот, я это перенимаю. И концентрат выжима, концентрат техник, которые работают, я как раз в своих программах рассказываю. То есть многим людям это недоступно, потому что это дорогие тренинги. Один тренинг там 100, 200, 300 тысяч, понимаете, да, какая ценовая политика. Вот, и это, ну, как бы собираю, и в своем тренинге я собираю и на ментальном уровне, и на духовном уровне, и вот как раз со связью между, да, то есть это прям целый такой микс со всех сторон, чтобы, ну, как бы перезагрузить ваши отношения, начать их с чистого листа. Поэтому не только на ментальной связи, есть еще энергетическая связь, вот, и это тоже учитывается. Так, и вы тоже вообще можете восстановить отношения. Это, ну, как бы совершенно несложно. Вот. Если перед вами такая задача стоит, то это тоже, это все решаемо.